Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава, розумна дівчина. Це заступник головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Світлана Крюкова. Вітаю. Знаєте правило веселого анекдоту? Ні. Коли ви говорите, зараз я вам розкажу веселий анекдот, як правило, оказується, не смішно. Ну, в принципі, я до цього звик, так що нічого страшного, я розстраюватись не буду. Так, хорошо, ну... Дивіться, хотів би з вами про серйозні теми поговорити, щоб ми тут не посміхалися, анекдотів не буде, а буде запитання стосовно пана Вакарчука, який втратив свій голос. І це не стосується якогось концерту гурту «Океан Ельзи», це стосується партії «Голос», яку він очолював. Чому пан Вакарчук знов намагається зняти з себе якусь відповідальність? Що сприяло цьому? Я начну с очень короткого воспоминания. Однажды я была на концерте. В Ялте на концерте Вакарчука. Это был такой камерный концерт, где зритель имел возможность очень близко наблюдать за исполнителем. И я как раз в то время относилась к категории искренних фанатов Вакарчука. Мне нравилось... я тоже был таким. Да, мне очень нравилась его музыка, мне нравились эти песни, которые тогда, ну, как бы тиражировались по всем радиоэфирам. Он был на пике своей славы. И я внимательно наблюдала за Вакарчуком, как он себя чувствует вот на сцене, как он реагирует на публику, как он работает с аудиторией. Я понимала, что человек в своей стихии, ему было безумно комфортно, он получал сумасшедшее удовольствие. И ему не было там... Холодно. Не, холодно не было, потому что, да, было очень жарко, да, и он, но он наслаждался тем процессом, который происходил. Я подумала, насколько человек все-таки в этой своей творческой теме он себя нашел. Я ему даже искренне позавидовала, как тоже творческий человек. И потом, когда он объявил в очередной раз о том, что он идет в политику, и мы и писали об этом, и там в компании друзей это регулярно обсуждали. Я помню, я тогда сделала прогноз и говорю, я уже помню его на сцене. Он такое получал удовольствие. Это человек, который жестко завязан на тщеславие, как многие творческие люди. То есть вы творческий человек, я творческий человек. Я всегда говорю, что журналисты, они как, точно так же, как и певцы, и там, художники, они глубоко тщеславные люди. И в этом есть их мотивация. И это нормально. То есть мы делаем то, что мы делаем, ради где-то в том числе. Это может быть, мы можем сказать, что это какой-то крючок. Я не хочу там параллели делать с вашим YouTube-каналом. Ну, крючок, на якого, гачок, на якого его зловив хтось, може, і... Безусловно, да. Так я вот просто закончу мысль о том, что люди тщеславные, творческие, они очень падки на аудиторию и на любовь аудитории. И когда она у него есть, для них... Они испытывают колоссальную муку в тот момент, когда они ее теряют. Собственно, это приводит, толкает в депрессию огромное количество певцов, актеров, в том числе, которые бывают в вашей студии. Потеря аудитории после высокого пика славы, особенно когда ты ее длительные годы удерживаешь, это катастрофа. И вот представьте себе, когда Вакарчук вот весь такой обожаемый, обласканный зрителем, финансово успешный, потому что это приносит ему деньги. Он попадает в парламент, где его начинают с утра до вечера над ним издеваться, подшучивать, ловить на несоответствиях, ловить на противоречия, ловить на лжи, потому что публичная политика, как оказывается, и реальная жизнь – это две разные вещи. То есть ему, наверное, нужно сохранять свой уровень финансового заработка, это нормально. Он иногда пытается выходить за рамки своей политической роли, где-то спеть, немного заработать деньги, все это дело перевести на или получить этот свой счет или гонорарный офшорный счет, а потом не понять, почему аудитория реагирует так, как она, реагирует. А политика, особенно в Украине, особенно у нас такая, знаете, несколько извращенная политика. У нас политика... Самая малость. Да, у нас политика – это наш Голливуд. То есть она, к счастью или к сожалению, если в Голливуде есть Голливуд, там есть актеры, фильмы, сюжеты, Оскар, то у нас все концентрируется фактически в здании Верховной Рады. Ну и вокруг нее. То есть все деньги, актеры, интриги, страсти, все происходит там. И вот он попадает с одной сцены на другую сцену, где он не игрок. И тут, получается, с ним начала происходить абсолютно ужасная вещь, которая, кстати, происходит сейчас и с Зеленским. Он начал, его основная аудитория начала потихонечку сокращаться, потому что она начала терять своего певца, видеть его в другой ипостаси, в которой она, возможно,
и не хотела бы его видеть. То есть, когда Вакарчук заговорил, он мне стал намного менее интересен, то есть, точнее, намного менее, вообще не интересен по сравнению с его песнями. И, к сожалению, ну, это как бы, скорее всего, его основная аудитория не похожа на меня, но полагаю, что есть люди, которые восприняли точно так же. То есть, я теперь сейчас через призму политики его творчество воспринимаю несколько иначе. Оно мне начало раздражать. То есть, его ноющие песни, я сегодня вообще, как бы, я вспоминаю, как оно меня могло тогда так вдохновлять, но, полагаю, делаю скидку просто на смену эпох. І на те, що ну, пісні, мабуть, приїдаються, і не знаю. Вам не здається, що пан Вакарчук, він достатньо доросла людина, і, в принципі, він за ці 30 років незалежності України міг би зрозуміти, що якщо людина стає депутатом або обіймає якусь посаду, то її в будь-якому випадку будуть, ну, м'яко кажучи, не любити. Он этого не понимал именно потому, что он никогда не был в политической среде. То есть у него есть какие-то его, очевидно, кем-то надиктованные или какая-то своя иллюзия или иллюзорное представление о политике. Хотя странно, потому что он уже там был. И он уже однажды дал заднюю. И, кстати, так, это очень некрасиво смотрелось, потому что если ты уже вступаешь в эту лужу, в эту, ну, вот в это пастбище под названием «Политика», то нужно идти до конца. Да, и мы можем пригадать, что в тот момент не было пана Портнова, который помог бы ему в первый раз выйти из Верховной Рады. Тобто... Угу. Ну, вы имеете в виду, что не было людей, которые разоблачали его финансовое состояние? Так. Ну, смотрите, вы же понимаете, что то, что разоблачил Портнов, это только маленькая часть. Потому что, ну... На любого человека можно найти компромат, который сможет дискредитировать и разрушить любую репутацию, особенно в нашей стране. Но в нашей стране, в отличие от европейских стран и американских стран, есть удивительная особенность в том, что и политик, и киноактер, он как птица Феникс может падать, а потом подниматься заново. И есть огромное количество таких примеров. У нас репутацию можно поломать за один день и восстановить ее. Ну, это завдяки тому, что у электората, в принципе, не дуже такая долгая память. Очень недолгосрочная память, очень быстро и резко меняется настроение, отношение к людям. Кроме того, нам, в принципе, свойственно по своей природе десакрализировать и власть, и героев. То есть у нас мы любим сначала вот... В этом есть определенная инфантильность общества. То есть мы любим обожествлять и любим как бы идеализировать любого нового человека, то, что произошло с Зеленским. Ну, то есть тот кредит доверия, который он получил, народной любви, это в некоторой степени мнимое обожествление. То есть люди сами себе дорисовали тот образ, который им попытались показать. И я вам хочу сказать, что Вакарчук еще вовремя спрыгнул, потому что Зеленского ждет точно такая же участь. То есть в отличие от Вакарчука, который сейчас вернется, благодаря тому, что он раньше сошел с дистанции, почему я их сравниваю? Потому что это оба человека со сцены. Это люди, ну, это творческие единицы, самодостаточные. Ну, в принципе, это обе люди, на яких ставили ставку, ну, мається на увазі, що вважали, що вони можуть стати, ну, кожен з них мав шанси бути президентом України. Да, то есть поначалу... Вони дуже схожі, дійсно. Да, конечно, поначалу на них делали ставку, и был даже такой момент, когда у Вакарчука, казалось бы, больше шансов, чем у Зеленского. Хотя они разные по темпераменту, они разные по своей понятийной природе. Вакарчук очень прозападный, Зеленский, он человек из Кривого Рога, это накладывает отпечаток на характер. И у них разная харизма. То есть я бы их, ну, они разные как люди, но они оба заложники сцены. То есть они оба любят народную любовь. И вот посмотрите, обратите внимание на того же Зеленского, когда... Как он реагирует, когда люди хотят сделать с ним селфи, аплодируют ему, и как он конфузится, когда, а это уже начинается постепенно, когда в толпе появляется кто-то, кто начинает что-то выкрикивать. Что, не даже приятно. Да, не очень приятно. То есть он сразу, для него, у него это вызывает, ну, буквально физическую боль. Ну ничего, и до этого он звикнет. Это нужно быть таким толстокожим, как, например, Петр Алексеевич, который уходил тоже, да, под, да, крики, да, ганьба. Да, это просто чудовая людина в этом вопросе. До речи, давайте перейдем до Петра Алексеевича. Чего мы про него уже так мало Мы про него мало говорим, потому что он политик прошлого. Несмотря на то, что он активно пытается удержаться за вот эти Вы же сказали, что, в принципе, наш электорат, он может... простити все, забути все погане, пам'ятати тільки щось добре. Все було б нічого, якщо б не возраст. Він його підводить.
Ну, зараз Петро Олексійович поїхав відпочивати, тобто набиратися сил. Тобто 8 березня він зробив такий подарунок всім жінкам, які за нього не голосували, і полетів до Іспанії. І досі не повернувся, а мав би повернутися, тому що його хочуть запросити в гості до ДБР. Угу. Але люди, які захищають Петра Олексійовича, сказали, що його поки що в країні немає. Так. Як ви вважаєте, чому його поки що немає в країні? Що сталося? Розлюбив неньку? Да, все проще. Он воспользовался, я думаю, в первую очередь, свободной пленарной неделей и вот этим вот историей с коронавирусом для того, чтобы выехать и отдохнуть. Нет. Кроме того, я думаю, что он сейчас рассматривает несколько сценариев. Если, например, мы не знаем, наверняка находится ли он в Испании, у него в Испании есть вилла, которую мы когда-то обнаружили, там такая дачка, по соседству есть земельный участок и дачка его бывшего соратника Игоря Кононенко и Свинарчука, которые, кстати, тоже, как и в случае с Вакарчуком, были куплены через офшорные счета, то есть еще одна статья, по которой Порошенко можно было бы завести еще одно дело, чтобы вызывать его на допрос, и он еще раз выезжал. Так вот, мы не знаем наверняка, в Испании ли он находится, но если так, то это страна, которая находится в очаге рисковых зон коронавируса и могут ввести карантин. Более того, вы наблюдаете, что вот есть общая тенденция закрытия территории зон. А это официальная причина. Какой жах будет? Он скажет, я не могу, бо выехать, да, хотів просто. 100%. Он скажет, у него будет официальная бумага, чтобы занести ее в ДБР. Смотрите, он выезжает не потому, что он боится, что его посадят. Я не верю в то, что при президенте Зеленском посадят Порошенко. Они не способны на это. Ну, будем объективны. То есть, если вам хотел... не верите, что новый прокурор, який з'явиться, він як почне одразу? Я вам больше того скажу. Вот мы можем с вами даже, если хотите, в эфире поспорить. Давайте. Если вы сделаете... Я обожаю это делать. Да, если вы сделаете ставку против, потому что я делаю ставку за то, что Порошенко при президенте Зеленском не посадят. Давайте. Вот. А вы ставите против. То есть вы считаете, что посадят? Ну, разумеете, ну как я могу не доверять президенту, который сказал, что хлопці та дівчата, вже весна прийшла знову, давайте посадки. Ну, ми ж чули це в Верховній Раді. Ну, не буде же людина казати щось хорошо, неправду. В случае проигрыша, тогда вы целую передачу с другим блогером посвящаете вам. Мне и какой-нибудь моей публикации. Договорились? Давайте не всю, але таку вагому частину. Вот видите, вы уже начинаете торговать. Вагому частину. Я же тоже могу сказать, смотрите, задержат же, посадят же не на всю жизнь, а, например, там на 2 дня, а потом отпустят под домашний арест. Ну, давайте так. Мы за эфиром с вами домовимось. О деталях. Яка буде ця статья? Хорошо. Да, ну, в любом случае, возвращаясь к серьезности намерений, для того, чтобы посадить Порошенко, нужна воля не только одного генерального прокурора. Должна быть серьезная, внушительная воля. Как минимум 4 людей, которые возглавляют главные правоохранительные институты в нашей стране. А именно Национальное антикоррупционное бюро и САП. Генеральная прокуратура, служба безопасности и ГБР, ну то есть Державное бюро расследований. Только при наличии всех одинаково мыслящих людей на этих должностях и сильной воли со стороны президента может произойти посадка. При этом при всем важно, чтобы в окружении президента было единое мнение в отношении того, нужно ли это делать или нет. Потому что, насколько я знаю, глава офиса президента господин Ермак, он неоднозначно относится к этой ситуации. Он президента всячески отговаривает от того, чтобы он напирал. Потому что с его точки зрения это повлияет на международный имидж, и Украина будет смотреться плохо. Кроме того, вспомните крупные посадки при Порошенко. Несмотря на то, что Порошенко строил из себя не до диктатора. Ли Кван Ю, как он сказал. Да, ну он так пытался себя позиционировать. У него была в этом смысле благоприятная для него конъюнктура, потому что было военное время, то есть он мог проявлять право на демонстрировать себя каким-то диктатором, потому что военное положение как бы его обязывало. Но несмотря на это, все громкие посадки, а давайте вспомним, кто это был, Корбан, Саакашвили, там, кто еще из таких громких посадок? Ну, все эти люди, которые вышли. Да, и куча разных людей, которые сейчас находятся одни на европейских курортах, а другие находятся на свободе. Мы не будем сейчас судить, кто из них был виновен, кто не виновен, а речь идет о том, что президент проявил политическую волю по посадке. И даже при Порошенко, при его таком настрое, он облажался во всех случаях.
А Зеленский, он даже не пытается сделать первый шаг, потому что он понимает, что, как правило, и у него это сейчас в большинстве случаев происходит, он делает первый шаг и два шага назад. То есть, чтобы просадить Порошенко, должна быть решительная воля, единое мнение группы людей, которые я пока не вижу. Ми будемо сподіватися, що пан президент Зеленський зможе зробити важливі кроки. Це стосовно, може, нашого колишнього президента. І саме головний крок – це крок до миру. От, я хотів би зараз одну цитату вам зачитати. «Будь-яким народом дуже легко управляти. Треба повідомити, що на нього збираються напасти. Показати йому ворога, а всіх пацифістів оголосити не патріотами». Це цитата Германа Герінга. Согласна. Думала, ви цитируєте якогось блогера популярного? Ну, він міг би бути блогером, але він обрав зовсім інший шлях. В сучасному світі він був би дуже популярним блогером. Так, в Україні. Так, так. І от за таким принципом зараз націоналісти обрали пана Сівоху. Тому що він намагався презентувати свою платформу примирення з Донбасом. Я впевнений, що ви бачили, що відбувалося. Його штовхнули в спину. Це, в принципі, я так розумію, до цього контингенту людей це нормально. Дійсно, пан Сівоха заявив про те, що в Україні відбувається громадянська війна. І, як то кажуть, почалося. Ви погоджуєтесь, що можна рахувати це падіння пана Сівохи з падінням пана Зеленського? Ну, я би так філософськи не драматизувала. Давайте почнемо, якщо ви хочете прям вот так порозсуждати на цю тему, почнемо з самого факту падіння і всієї цієї історії, яка случилась. Я обратила внимание на дві речі. Перше. В очередний раз люди, які називають себе націоналістами і патріотами, вони нападають стаї. То есть они сильны исключительно тогда, когда они ходят толпой. У меня, кстати, лично когда-то тоже был опыт общения с такими людьми. Я хочу вам сказать, что... Нещодавно я бачу ваше спілкування с паном Стерненко, який вбив людину, догоняв и дорезав. Да, вы досмотрели до конца этого выступления? Я додивився, да. Вы увидели, что он ушел с этой встречи в итоге? Я бачу, мне сподобалось ваше звернення до него, что вы задоволены его психологическим станом. Да, он, там их было не так много, и каким-то образом удалось вывести диалог на один. Ну, то есть все остальные потому отошли. Потому что там были подгавкивали люди. Вы поймите, просто смотрите. Мужчине с женщиной намного сложнее вести подобный диалог, понимаете? Потому что женщина может манипулировать разными вещами. Мужчина в этом смысле, у них, у вас по-другому. То есть вы, в принципе, от эмоций до столкновения очень короткий путь. Понимаете, да? То есть тут играться, очень тяжело протянуть диалог. У меня шансов больше, если только там не обольют чем-нибудь или еще что-то. Хотя и это не вариант, что это поможет выиграть эту схватку. В случае с Сівохою их было много, они окружили его. Он и физически не соответствует человеку, который может дать в лицо. Це представник президента, можна сказати. Конечно. Я собі не уявляю іншу країну, де, наприклад, собі могли б націоналісти дозволити себе отак поводити. 100%. Более того, якщо ви обратили внимание, смотрели внимательно за сюжетом, я взагалі не розумію, чим займалася національна поліція в этот момент. Тобто вони там колупали в носу, ходили вокруг этого здания і совершенно не вмешивались в эту ситуацию. Кроме того, не сработала служба протокола. Тобто, якщо ти займаєш таку должность, якщо ти ввязуєшся в таку серйозну дискусію, як деокупація, як класифікація і трактовка событий, які відбувалися на Донбасі. Ну, тобто, зрозуміло, що це тема для високої полеміки, яка буде завжди конфліктною в нашій країні, поки ще зараз. То ты должен понимать, что когда ты организовываешь публичное мероприятие, найдется группа людей, которые попытаются это сорвать ради шоу, ради акции, ради того, чтобы попасть в заголовки СМИ. И фактически они добились то, чего они хотели. Они стали эпицентром внимания. Все уже забыли, о чем была эта встреча. Зато все разговаривают о том, как столкнули, показывают видео с вот этими людьми, которые там выступали и устраивали демарши. Поэтому тут не сработали три службы. И на самом деле я считаю, что тут была ошибка Зеленского изначально, потому что на подобную репутационную должность нужно назначать человека, имеющего определенного влияния, авторитет как здесь, так и на Донбассе. Таких людей очень мало, но они есть.
А вы можете назвать их, кто, например, ну, смотрите, я не могу сказать, есть люди, которых я не хочу называть, чтобы не политически не маркировать их и мое, ну, скажем так, мою симпатию к этим людям, потому что я журналист, и в политический выбор не надо обозначать. Но, кстати, вот у вас, я знаю, в качестве гостя периодически бывает господин Рубан. А вот он, я просто видела, как он общается, я видела его в переговорах с разными сторонами. У него каким-то образом, вот он может, вы можете продолжить с ним дискуссию на эту тему. Я думаю, он больше вам назовет таких людей. Добрый, дякую. Вот, который, вот он умел общаться и с одной стороны, и с другой стороны. Он просто не очень публичный, как бы, но есть более публичные персоны, которые, ну, так или иначе, это должны быть люди, которые четко понимают, как поставить на место вот этих вот, которые понимают что-то в конфликтологии. В дипломатии, особенно в военное время. Это узкая категория специально обученных людей, в основном выходцы из спецслужб. Тобто ви вважаєте, що пан Сівуха, в принципі, не та людина он, і не на тій посаді? Он психологически и концептуально не готов к этой должности, не по знаниям даже. Знаний можно поднабраться, можно там подготовить себя, начитаться, наговориться, пообщаться с людьми. Но вес персоны имеет значение в таких вопросах. Потому что эта тема очень сильно политизирована, и более того, она должна быть локомотивной, то есть ее нужно двигать. Это означает, что человек должен быть напористым. А он упал. Ну, он упал, потому что его толкнули. Понимаете? Ну надо думать перед тем, как ты идешь. Будем спостерегать за тем, какую відповідь він дасть суспільству и тем людям, которые себя не дуже... Смотрите, мы общались с ним, мы общались с ним, он дал короткий комментарий, который свелся ровно к тому, что он подвернул ногу. И, ну, собственно, вот не было никакого нападения, он достаточно нейтрально отреагировал на эту ситуацию. А как вы считаете, до этой ситуации может быть причепным пан Аваков? Наприклад. Тому що, наскільки я знаю, це були люди-представники полка Азова, а вони, скажімо, не, мають деякі стосунки з МВД. Тобто ви вважаєте, що це могли бути підставні люди, яких він прислав, їм на цьому об'ясняється бездіяння поліції? Ну, якось воно таке співпадіння. Одне, смотрите, друге. Это хороший тезис. Мы это обязательно проверим. Мы сейчас изучаем эту галерею портретов тех нападавших. И если да, то, конечно, об этом нужно говорить громче всех. Потому что бывали случаи. Я знаю, что у Авакова есть группа людей, которых периодически он, ну, как бы не прямым указанием, а через опосредованных лиц отправляет в качестве таких делегатов на подобно, ну, около уличной акции. Голуби мира, да, такие? Ну, или мира, или тут же не мир был. Ну, условный голуби мира. Ну, это я... Смотрите, они все играют в политику. Они все друг на друга поддавливают в зависимости от интереса, который у каждого из них сейчас есть. Добре, давайте перейдемо до останньої такої теми. Така тема гучна, вона не тільки в Україні, а у всьому світі – це коронавірус. І ми зараз перейшли на режим карантину. Як ви вважаєте, взагалі, от коронавірус, ви як журналіст, як людина, яка розуміє, як працюють СМІ, це реальна загроза, чи може це щось таке більш розкручене? Це по-перше, а по-друге, от у нас карантин, багато людей, ну, нам зараз треба от на такому розстоянні стояти один від одного. Не пожиматися руки при стрічні. Так, да, тільки ножками, да, стукатись. І закон про відкриття ринку. От якось так співпадає, що збиратися не можна великою кількістю людей. И закон может принять? Нет, не будет. Не будет. Я думаю, что это несколько надуманная манипуляция. Поверьте, нашим людям, для того, чтобы собраться на митинг, в случае, если понадобится, они найдут возможность. Там же ограничение до 200 человек, правильно? Ну, значит, они будут собираться кучки маленькими таки, да? Митингами по 200. Поверьте, то есть это не есть препятствие, никого это не остановит. У нас уже разные были форматы майданов, поэтому я не думаю, что это сработает, если это такая тонкая манипуляция, но вы слишком серьезно думаете о нашей власти. Вот на такие, это, знаете, это ход второго... Это же люди, вибачте мене, в Верховную Раду потрапляют самые разумные. Самі виховані, самі чесні. Ви зараз про Україну говорите? Я сподіваюся, що так. Понятно. Ну, думаю, що ні. Думаю, ні. А що стосується коронавірусу, то, ви знаєте, от я вчора була в супермаркеті без реклами, в одній крупній торговій сіті, де
собирается под одной крышей, да, собирается под одной крышей, ну, больше, наверное, чем 200 или 300 человек, потому что это огромный такой хаб пищевой. Я, кстати, ненавижу эти магазины, это просто ужас. Я наблюдаю, как люди, как по музеям ходят по этим магазинам, часами тратят время на изучение товаров, полок. Это своеобразный способ, это как хобби у многих. То есть люди ходят на работу, а потом ходят в супермаркет, как способ отвлечься от рабочего. Знаете, я дуже рідко від дівчат таке чую. Это ужасно. Я вам честно скажу, для меня поход в супермаркет – это целая мука. При том, что мне нужно там регулярно закупаться, потому что у меня большая семья, а я терпеть этого не могу. Потому что это трата времени, это этот консюмеризм, который тебя вообще отвлекает от всех духовных мыслей. Но дело не в этом. Дело в том, что вчера под крышей Ашана, раз уж мы назвали название супермаркета, собралось огромное количество людей, которые там ходили, терлись, боролись за эти товары и прочее. То есть, ну, хорошо, где карантин? То есть, вот вам, пожалуйста. А дети, которые остались сегодня дома, вы знаете, что коронавирус – такая болезнь, которая меньше всего поражает детей. Практически нет ни одного случая, насколько я знаю, смертности среди детей. Коронавирус – это такая болезнь, которая в основном трогает пожилых людей. Так вот, дети остались с бабушками дома, и дедушками. С бабушками. Министр иностранных дел написал сообщение, что детей можно брать с собой на работу, если некому их оставить. Про сотрудников, я так понимаю, ведомства. У нас сразу взросте коэффициент полезности КПД. Да, теперь зайдите в метро ради интереса, посмотрите, какое количество людей ездит там с детьми. Ну, потому что они их возят к бабушкам, возят, вы не удержите. Так, вы ведете до того, что нема никакого сенсу. Ну, смотрите, мне кажется, то есть я могу, конечно, ошибаться, наверняка есть, ну, медики, возможно, у них есть своя трактовка, ну, у них есть своя трактовка. Но, ну, скажем, я сужу по своей школе, вот у нас сельская школа, ну, как бы мой дом находится в деревне, там есть такая полузакрытая сельская школа. Было очень спокойно, когда дети из дома выезжали в школу и там проводили какое-то количество времени. Сейчас они находятся дома. И я понимаю, что вот эта вот камерная обстановка, это просто, во-первых, это целая мука, то есть для них. Это будет очень тяжело удержать их там. Особенно сейчас начнутся солнечные дни, они все начнут бегать, и вы не удержите здоровых детей никогда на территории там квадратных метров. А я представляю, как ситуация в хрущевках и сталинках. И эти мамы пойдут с этими детьми на детские площадки и во всякие зоны активности. Ну, посмотрим. Может, я ошибаюсь, конечно. Я могу допускать, что я тут некомпетентна в этих историях. Давайте будем сподіватися, что все будет добре. Все будет хорошо. Как певав пан Вакарчук, все будет добре. Для каждого из нас. Я смотрю, вы хорошо знаете его песни наизусть. Да, да. Мне дуже подобалась вся его творчість. Раньше, да, да. Понятно. Ну, давайте про це не будемо згадувати. І в рамках нашого громадського опитування ми продовжуємо дивитися відеозвернення наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони сьогодні нам цікавого розкажуть. Топ-блогери України. Как мы и предсказывали, ничто закончилось ничем, и нападение на Сивоха, на советника главы СНБО тоже закончилось особо-то и ничем. И ситуация рассосалась. Да? Для чего была сделана эта ситуация, мы увидим уже на днях. В частности, мы уже завтра увидим, что будет там с Порошенко и с теми, кто придут за него. Да, мы это все увидим. Но уже сегодня мы увидели кое-что интересное, ну просто поразительное, как по мне, а именно реакцию. Реакцию главы СНБО на то, что его человека, его советника, человека, который однозначно является человеком президента, да, напали на него, толкнули его, читаю. Возможность донесения своей позиции по самым сложным и проблемным вопросам – неотъемлемая черта общества свободных людей. Дискуссия – это нормальный процесс для любой страны, бла-бла-бла-бла. Применение физической силы начинается там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивоха во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми. И вот это я вспоминаю, как сегодня один ведущий, красавец, просто он сказал, что вы знаете, недопустимо является после улицы руки не помыть или помыть руки без мыла, к примеру. Да? Это недопустимо. А вот это преступление. Но Данилов, мы же понимаем, что он делает. Он хочет быть лояльным к той стороне. Ну, как бы, Сивоха то такое, как бы, давайте-ка я его сдам. Потому что вот это вот натуральная сдача.
В очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивоха является одним из моих 11 внештатных советников. На общественных началах я ничего не имею к нему отношения и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам, будь то ситуация на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсии, социальных выплат или любых других. В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию, и поэтому абсолютно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти различия не прекращают дискуссию. Я переведу на нормальный язык. Делайте с Сивоха что хотите. Сивоха, конечно, вроде бы как он советник, но он и не советник, вы же понимаете, на общественных началах. У него там свое какое-то мнение, которое я абсолютно не разделяю. Друзья мои, делайте с этим Сивоха что угодно. Вместо того, чтобы порвать вас на куски за своих людей, я буду от них отказываться. Я буду предавать. Рвите. Давайте. Это отличная позиция. Прекраснейшая позиция, я считаю. И, ну что я могу сказать, это именно то, что должно быть. СНБО, блин. Но мы со своей стороны, да, мы не удовлетворены тем, как извещается население о первых признаках коронавируса или того, что может являться коронавирусом. Поэтому что мы сделали? Распечатали листовки, в которых четко написаны симптомы, что делать, да, и начали их раздавать на улицах. И все, мы их раздали во всех городах. Это было прекрасно. Кроме того, на листовке есть QR-код, наводя на него телефоном, тебя перебрасывают на сайт, и на сайте уже на нашем очень четко расписано, что делать, когда у тебя появились симптомы. Причем мы это взяли не с потолка, это переведенные рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы перевели европейские рекомендации, и, пожалуйста, Украина, что Европа, вот вперед. Я надеюсь, что этим мы поможем очень людям, ну и дальше это сплошной позитив, можно сказать. В конце наша девочка, это представительница одного из регионов, да, она расскажет, потому что она медик, расскажет, что вообще делать и как делать. Все, друзья, не болейте. И никогда не сдавайте своих. Тут немає табу. Світлана, дуже дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Мені було дуже приємно з вами поговорити на такі теми. От, дуже компетентні відповіді від вас я почув. Так що приходьте. Спасибо большое. І не будемо болеть, правда? Да, не будемо. Да, хорошо. Да. І ви, будь ласка, не хворійте. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого, друзі. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.